25 января в нашей стране отмечают Татьянин день, который еще называют Днем российского студенчества. В 1755 году, в день памяти святой мученицы Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Инициатором этой идеи выступил граф Шувалов. Случайно или нет, он принес императрице приказ на подписание в день именин своей матери. С тех пор 25 января считают датой основания Московского университета. Царь Николай I узаконил празднование этого дня специальным указом. Так праздник приобрел широкую известность у всего студенчества России. После революции большевики запретили праздновать Татьянин день. Вместо него появился День пролетарского студенчества. Но даже спустя годы праздник не был забыт студентами. В 1992 году традиция отмечать День студентов именно в Татьянин день возобновилась. Ну а статус официального Дня российского студенчества праздник получил 25 января 2005 года благодаря указу Владимира Путина. Съемочная группа телеканала ОТВ вышла на улицы Одинцова, чтобы узнать, отмечают ли наши студенты этот праздник. Поедем в клуб куда-нибудь, наверное. С друзьями? Конечно, компания с одногруппниками. Гуляем. С кем? С друзьями. Ну, что-то вроде вечеринки, то, что мы студенты, наконец-то, отучились в школе. В Москву поехал бы на каток. Не. Почему? Да как-то так. Не принято как-то. Да. Не знаю. Схожу в кино.